ты учти, Лех, у меня руки очень длинные. Так что пробуй. Пробуй на рог, апперкот и сразу в сторону, понял? Понял. Здорово, пацан. Здорово. Здорово. Вышло, Лех, тебе на московский турнир берут. Поздравляю. Спасибо. Теперь его еще выиграть надо. Да по-любому выиграешь. Мы за тебя всем заводом болеть будем. Эх, мне бы тоже как-то в секцию попасть. Как вы думаете, возьмут? Давай попробуем. О, иди в шахматы играй, студент. Почему в шахматы? Чего сразу в шахматы? Я бокс люблю. Бокс? Тебе сколько лет? 17. Слушай, ну, через годик в армии там банки накачает. А в секцию у нас сейчас набор идет. Завтра приходи. Ну, круто. Только учти, у Безбородова глаз алмаз. Он сразу поймет, стоит с тобой нянчиться или нет. Понял? Понял. Вот ладно, давай, студент. Давай. Привет. Ой. Привет. А у меня тоже смена закончилась. Проводите, мальчик? Проводим. А, кузнечик, я же совсем забыла. Ты же теперь у нас крутой. Хвались своей покупкой. Ну чё, хороша ласточка? Вот теперь для этой ласточки надо уютное гнёздышко найти. А чё, Илюх, давай гараж вкладчину возьмем, а? Может, какой сервис замутим? Не, Андрюх, у меня другие планы. А, я ж забыл. Ты же типа чемпион. Ну, типа, да. Прошу. Знаешь, кузнечик, машинка, конечно, у тебя классная. Но я люблю пешком гулять. Пойдем? Ну, ладно. Давай, Андрюх. Здравствуйте, Лидия Петровна. Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, матушка. Здравствуйте. Что это у вас такое тяжелое? Да, книги. Вот спасаю. А что случилось? Ремонт или авария? Не авария, катастрофа. Закрывают библиотеку. Боюсь, книги на помойку выкинут. Вот и решила перенести к себе, что смогу. Так, ну вот что. Ты, матушка, иди домой, я Лидии Петровне помогу. А завтра приеду к вам на машине, и мы все отвезем. Вот спасибо. Давайте. И это тоже давайте. О, ненавижу наши зимы. Не погода, а депресняк сплошной. Темень, грязь. Скорее бы уже нормальный снег выпал. Марин, а если бы Андрюх на турнир поехал? Его бы выбрал? Что за вопрос? На турнир едешь ты. Марин, ну честно. Ну, если честно, мне надоело на этом заводишке торчать. Я надеюсь, что в Москве тебя заметят и предложат остаться. Знаешь, Марин, наверное, ничего у нас не выйдет. Обиделся? Ну, а что в этом такого? Мужчина ради своей женщины должен совершать подвиги, обеспечить ее, создать нормальные условия. Это нормально. Ради любимой женщины, да. А мы с тобой о любви ни разу и не говорили. А ты мне уже условия. Бог ты мой, какие мы нежные. Да лучше бы я с кузнечиком поехала. С катертью дорога. Так, все, стоп. Хватит на сегодня. Ой.
Ну и чего? Бегу-бегу, а живот не уходит. Ты мне объясни, что ты хочешь? Вес согнать или мышцы подкачать? Я хочу и того, и другого. С этой кабинетной работой все на нервах. Иди тогда, штангу потягай, только сильно не нарывайся, не перебарщивай. А-а-а. Хорошо? А я пойду к Лихачеву. А, так ты Лихачева на турнир везешь? Да. Тебе, конечно, видней, но у Кузнецова данные лучше. Но зато Илья фанат. А Кузнецов, он какой-то несерьезный, понимаешь? Для него бокс – это хобби. Сегодня пришел на тренировку, завтра не пришел на тренировку. А боксом им жить надо. Я понимаю, но первое дыхание есть у всех, а второе – только у чемпионов. Ну, как-то так. Я пошел. Ага. Ну. Тихо! О, ты как? О, а? Да? Она... А. Да руку что-то свело. Отстань, говорю, нормально все. А что застряли? Быстро размялись и на ринг. Отборочный спарринг. Ну, начали, начали! Я говорю, бокс начали, а не вот это вот. Брейк! Это что, бой или танцы с девочками? Снимай перчатки. Ходи с ринга. Я собрался. Собрался! Собрался, я тебе говорю! Ну, ну, достанешь меня, любого в Москве достанешь. Они же не железобетонные. Давай, приготовился. Чё? Вставай. Нет. Парень, не дури. Скорую! Бегом в скорую! Он никогда не жаловался на здоровье. И сегодня не показывался. Ну, я, наверное, вам больше не нужен. Да, к сожалению, вы больше не нужны. Передайте мне, пожалуйста, медицинскую карту с мониторингом спортсмена. Товарищ майор, вещей Лихачева обнаружил. Предположительная причина смерти – черепно-мозговая травма. На левом виске гематома, еще. На правом предплечье под пластырем свежий ножевой порез, но он глубокий. Ну, хорошо. Ну что, я на вскрытие? Да, Вер, спасибо. Вер. Да? Смотри, какой характерный ножичек. Угу. Вскрытие, вскрытие, надо срочно снять пальчик. Да, конечно. Ой, прости, пожалуйста. Шерман, смотри, надо временно изъять запись вот с этой камеры. Ребята сказали, что они все бои пишут на видео для разбора. Понял.
Я ведь Илюшу сама вырастила. Дочь с мужем лет 5 прожила. Потом развелась. С тех пор мы отца Илюши и не видели. А мать Ильи? Наташенька после развода поехала искать лучшей доли. Сначала в Москву, потом на север перебралась. Она у меня геолог. Только вы не думайте, она сына забрать хотела. Но он не поехал. Здесь остался. Потому что у нас спортивный клуб очень хороший. А он с детства мечтал стать боксером. Лидия Петровна, давайте Наталье позвоним. Ей нужно сообщить. Господи, горе-то какое! Господи! Меня напугал. Вернулся, мальчик мой. Как ты себя чувствуешь? Здоров, здоров, как бык. Слушай, мам, ты телек старый, куда дела? Выбросила. Как? Он перестал показывать. Я его стукнула по крышке, и он развалился. Нашла. Берегла. Спасибо тебе. Ты должен ее вернуть туда, где взял. Хочешь, чтобы меня посадили опять? Ни одна мать такого не пожелает. Я хочу, чтобы ты помирился с братом. А мы и не ссорились. Из-за этой книги Матвея отправили в Суздаль из Москвы. У него 3 детей, а там ужасные условия, в общем. Я хочу, чтобы они вернулись сюда. Все! Хорошо. Наташа не сможет приехать. Замело их. Нет связи с материком. Лидия Петровна, вы не волнуйтесь. Я с похоронами помогу. Мы справимся. Это мое дело. Вы обязаны дать мне шанс. Да чего ты орешь? Я все равно буду драться, ясно? Да гуманисты. Мы сюда не за этим приехали. Пошли. Лидия Петровна, это все... Очень печально. Примите самые искренние соболезнования и от лица клуба, и от меня лично. Я сам и все ребята, мы скорбим ему. Мы организуем похороны за счет клуба. Да и спортсмены хотели помочь. Мы все очень любили Илью. Спасибо. Батюшка, зайдите ко мне завтра. Нам нужно с вами решить вопрос об отпевании. Да, хорошо, непременно зайду.
Спасибо. Здравствуй, Яш. С возвращением. Моч, Яшу я покормила, это вот тебе. Я пойду мальчишку уроки проверить. Наверное, там ошибок понаделали. Значит, вернулся. Как сам? Среднеиздельно. Живой, как видишь. У матери был? А кто? А ты че? Сейчас пост. Ну, я тоже тогда не буду. Не пью с горя. Что опять за горе? Так мать меня из дома выгнала. Почему? А то ты ее не знаешь. Вечно все не так. Достала. Жить пустишь? Ну, хоть на время. Оставайся, конечно. Пока у нас. Потом тебе жилье найдем и на работу. Правда, спать придется на кухне. Да ладно. Все лучше, чем шконка. Храм покажешь? Или боишься? Не боюсь. Ха. Ремонт не надо было. Прихожане помогли. Всем миром, как говорится. Ну вот, Валера пришел. Извини, я быстро. Он одежду принес. Мы для приюта собираем. Это что-то. У нас богатство другого рода. Это да. На службу придешь? Может, еще исповедаться? Ну, это уже как сам решишь. Ну, вот же. Посмотри. Безбородов не бил в висок. Всего один удар в голову, в челюсть справа. Ну, получается, виноват Кузнецов тогда. Я его допросил и выяснил, что они с Лихачевым ухаживали за одной девушкой, Мариной. Но она выбрала Лихачева. Также на московский турнир претендовала два боксера. Это Кузнецов и Лихачев. И снова выбирают Лихачева. Ну, то есть, по всему, у Кузнецова были все основания злиться на друга. Злиться-то злиться, но вот только Кузнецов тоже ни разу не ударил в висок. Предполагаю, смертельный удар Лихачева был нанесен где-то накануне боя.
понимаешь? Выясни у экспертов, могло быть такое или нет. Слушаюсь. Нужно задать вам несколько вопросов. Я буквально на пару минут. Я же вам вчера все рассказал. Чего вам еще надо? Ну, в деле появились новые обстоятельства. По мнению эксперта, гематома на левом виске могла образоваться в течение 12 часов до гибели. Поэтому я должен поминутно знать, что делал погибший с 9 вечера до 9 утра. Закончили смену в 10 часов вечера, пошли домой. Потом посмотрели мою новую тачку. Думали, я ушел с Маринкой. А вы что делали? Катался. Катались. Всю ночь. Родители сказали, что вы пришли в 5 утра. Знаете, в ваших интересах говорить правду. Я могу легко проверить через ДПС и систему видеофиксации, где вы были. Проверить? Хорошо. То есть с Лихачевым вы в ту ночь больше не виделись? Нет, не виделся. Только утром на тренировке. Хорошо. Тренируйтесь дальше. Дальше. Значит, мы поругались, и он ушел. Какого часа? Где-то часов по 11. Это все? Нет. Я потом видела, как Кузнечик догнал Илью, и они начали драться. Кузнечик? Ну, Андрей Кузнецов. Это я так его называю. Еще тренер в клубе. За его прыгучесть. Вы точно это видели? Вы далеко отошли? Я просто увидела, как начали драться. Я испугалась, и я убежала. Но я не уверена, что это Андрей, потому что было темно. Вот, натащила в дом макулатуры, не пройти. Как теперь поминки устраивать? Где людей рассадить? Лидия Петровна, я сейчас часть книг на шкаф поставлю, а остальное матушка обещала школьную библиотеку пристроить. Вообще-то, Илюша не любил читать. Я на него за это страшно злилась. Хотя сама книги просто обожаю. Здравствуйте, я буквально на пару минут. Да-да, конечно, проходите в комнату. Лидия Петровна, мы пытаемся выяснить некоторые обстоятельства. Вы не могли бы рассказать, что делал Илья перед гибелью, вечером и ночью? Илюша ночью работал. А где работал, не знаете? Не знаю. Пропадал до утра, приходил очень уставший. Может, грузчиком? В квартире Лихачева найдена крупная сумма денег. Бабушка потерпевшего, гражданка Задольская, предполагает, что Лихачев подрабатывал по ночам грузчиком. Только сумма уж больно внушительная. Больше 300 тысяч рублей. Откуда такие деньги у людей? Кредитов он не брал. Работал только на заводе. Может, накопил? Маловероятно. Лихачев начал подрабатывать где-то месяц назад. Слушай, проверь-ка все висяки по кражам и грабежам. И, кстати, а что с ножом? В заключении экспертизы на нем обнаружена кровь Лихачева и две группы отпечатков. Самого Лихачева и Караваева Дениса Ивановича. Mm-hmm. У нас есть в картотеке. Караваев 32 года, две ходки по хулиганке. Последняя за разбой, освобожден по УДО. Надо дело в архиве запросить. Уже? Кстати, по последнему делу Караваева
Лихачев проходил свидетелем обвинения. А что ты сидишь? Давай быстро дуй в город, притащи сюда этого Караваева, узнаем, откуда у Лихачева его нож. Товарищ майор. А? Там гражданин Караваев просится срочно к следователю по делу Лихачева. Караваев? Так точно. Везуха тебе. Не надо никуда бежать. Батюшка, я надеюсь, вы поможете нам с отпеванием. С вознаграждением проблем не будет. Конечно, помогу. О чем речь? А кто теперь в Москву вместо Ильи поедет? Кузнецов? Какой теперь турнир? Безбородов он в каком разобранном состоянии, а вы знаете. Нам без него никуда. Так что, может быть, только на будущий год. Угу. Понимаю. А это кто такой? А, это... Чемпион по боям без правил Голиаф. Хорош, правда, а? Хотя, простите, вам, наверное, это имя ни о чем не говорит. Ну, почему же? Мне знаком этот персонаж. И опустил Давид руку свою в сумку и взял оттуда камень. И бросил из пращи и поразил филистимлянина в лоб. Так что камень вонзился в лоб его, и упал он лицом на землю. Так одолел Давид филистимлянина. Филистимляне назвали Голиафом. Но этого Голиафа пока еще никто не одолел. Ветхозаветного Голиафа тоже никто не мог победить. Пока не пришел Давид. А синяк у вас откуда, Караваев? С Лихачевым поквитаться хотел. За то, что он в свидетели полез. С помощью этого... Поквитаться хотели? Да. Только он нож у меня сразу выбил. Я едва его по лапе черканул, а он мне в глаз. На попытку убийства тянет. Угу. Да вы чё, а? Я ж сам пришел. Я ж говорю, я только денег хотел немного. Ну, там, типа, компенсация. Ну, жить-то на что-то надо. То есть тут у нас еще и вымогательство. Да вы чё? Я ж ничего не брал, а? Вот. Вот. Он обронил. Я только подобрал. Ну, скажи, что сам вытащил. Он обронил. Смотри-ка. Похоже на какой-то тотализатор. О, покончик не святой был. Катал во что-то конкретно. Сиди, молчи. Официальная версия. Смертельный удар Лихачеву нанес Караваев. Может быть, может быть. Но где Илья был в ночь накануне своей смерти? Этого мы не выяснили. Но я уверен, Кузнецов был с ним. Только Андрей почему-то, по непонятным мне причинам, молчит как партизан. Что-то здесь нечисто. Деньги, тотализатор. Может, рулетка? Или карты? Илья за месяц выиграл более 300 тысяч. А Андрей купил машину? Да. Следовательно, чем бы они ни занимались, они были в этом профессионалами. Подпольные бои? У нас в городе никогда не было подпольных боев. Да? А вот некоторые наши общие знакомые очень ими интересуются. Я сегодня был в клубе у Чемизова. Видел одну очень интересную фотографию. Некий Голиаф. Чемпион по боям без правил. Но это ничего не доказывает. Да, на фотографии автограф и дата. День накануне смерти Ильи. Ну, предположим, директор клуба устраивает подпольные бои. Привлекает талантливых спортсменов. Думаете, в ту ночь Лихачев дрался с Кузнецовым? То-то я смотрю, Андрей сам не свой. Вот именно. Сам не свой. Шах и мат. Ой, ладно. Слежу я пару дней за вашим Чемизовым. Я, конечно, дико извиняюсь, но в бале детей укладывает. Мне пришлось катапультироваться.
Ну, я пойду, уже поздно. Спокойной ночи. С Богом, Ваня. А вообще обидно. Прописан в центре Москвы, а ючусь у брата на кухне. Ну, ты же понимаешь, это временно. Слушай, а может нам разменять мамины хоромы? Или продать? Всем бы хватило и вам, и матери, и мне. А? Она не согласится. А чё? В этой квартире вся её жизнь прошла. Там её молодость, подруги, соседки. Да какие соседки? А может, ей специальный пансионат найти? А чё? Лес, питание, уход, природа. А? Ты, Яков, эту мысль из головы выбрось. Жилье мы тебе найдем, справимся. Мать трогать не будем. Все. Спокойной ночи. А где Андрюша? Только что был здесь. Да вон он. Что-то сил нет. Передайте это Андрею. Там боксерские перчатки Илюши. На память. Конечно. Давайте я вас положу. Андрей, вот это тебе. Лидия Петровна просила передать. Перчатки Ильи. Нужно благословение. На что? На праведное дело. Откажись от задуманного, пока не поздно. Откуда вы знаете, что я задумал? В твоих глазах гнев. Он плохой советчик. Мне кажется, ты решил отомстить. Вы что-то знаете? Про подпольные бои? Я его не убивал. У нас не было спарринга. Но втянул его в это я. Я давно уже этим занимаюсь. А вот Илюха... Он хотел помочь бабуле, когда узнал про библиотеку. И отговаривал его. У них были разные весовые категории. Но ставка на этого верзилу была 1:10. Андрей, тебе надо рассказать это в полиции. Этих людей нужно остановить. Иначе смерть Ильи будет не последней. Это мое дело. Послушай. Давным-давно жил один старик. И решил он открыть истину своему внуку. Сказал ему, в каждом человеке идет борьба двух волков. Один волк – это зло, зависть, эгоизм. Другой – любовь, добро, милосердие. Какой же из волков в конце побеждает, спросил внук. А старик улыбнулся ему и сказал: тот волк, которого ты кормишь. Вы меня не остановите. Не тратьте время. Thank you.
Олег Павлович, здесь что-то серьезное намечается. Да не волнуйтесь, я осторожно. У меня всего 100 рублей, большие ставки делать не буду. Да, есть отставить шуточки. Да, я вас понял. Проникнуть в объект, дождаться опергруппу и дать сигнал захвату. Отец Матвей? Ваня, ты что здесь делаешь? Я следил за Чемизовым и вышел на это место. Здесь явно что-то затевается. Согласен. Нужно попасть внутрь. Батюшка, езжайте домой. Я сам справлюсь. Ваня, чтобы войти без шума, нужно знать пароль. Ты его знаешь? Нет. Вот. А я знаю. Откуда? Подслушал. И батюшка, а клад. Ваня, или идем вместе, или пароля тебе не скажу. Давай вперед! Давай! Пароль. Глеб. Сдаем мобильные телефоны. С какой стати? Правила клуба. Нет, брат, я свою мобилу не отдам. Дело твое. Сдаешь – проходишь, не сдаешь – укуешь. Дамы и господа, разрешите представить лучшего боксера нашего города – Андрей Кузнецов! Сможет ли он победить нашего сегодняшнего фаворита? Дамы и господа, на ринге ужасный и непобедимый Надо жене позвонить. Телефон мой отдайте. До конца боя не поеду. Ну, ничего себе, у вас в порядочке. Тогда я ухожу. До конца поединка никто не покинет здание. Стой, ты не понял. Ты чего, проблем хочешь? Мобилу отдал? Сказали, не поеду. Ты чего, оборзел, что ли? Ай! Выпустят! Боя не будет. Ты что? Вернись, Дарин, ты что, с ума сошел, что ли? Да ты знаешь, на какие бабки попал, а? Вернись, Дарин, я тебе говорю. Да пошел ты. Вернись, Дарин. В чем дело?
Серег, с синим забираем. Все, уводим. Молодец, Андрей. Ты победил. Да. Это мой лучший нокаут. Я не про нокаут. Ты отказался от боя и победил собственного Голиафа. Свой гнев. Да. Как ты меня нашел? Уехал на пару дней, дела семейные. Да не думал я тебя кидать. Ладно, я тебе перезвоню. Все в порядке? Нормально. А кто звонил? Да так, девчонка одна. Может, женюсь на ней. Пойдем. Хорошо, если так. Я поблагодарить вас, матушка, хотела. За книги и за то, что устроили на работу. Ну, о чем речь? Сами видите, какая теперь у них библиотека. Так что сотрудники нужны. Я здесь ни при чем. Спасибо. А я в детстве мало читал. А я много. Только толку мало. Может, начнешь с этой? Спасибо. Это здесь про Голиафа написано? Да, именно здесь.